Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House. У меня теплица обновления. Хвастаюсь подарком. Итак, что у меня сейчас теперь в теплице? У меня в теплице две умные розетки. У меня вот там стоит датчик тепла. Я специально поставила в дальний холодный темный угол, потому что я хочу, чтобы тепло было даже тем, которые там, чтобы там у них было как минимум стандартные 15 градусов, которые они сейчас показывают. Это нормально. Сейчас на солнышке здесь 26, ну, пока еще не совсем 26, пока только нагрелось за счет солнца. Тут у меня уже спать кто-то собирается. Отхожу весь день, вот так вот собираю листочки. Этот еще, наверное, дня через 3 отсохнет. Пока еще он сидит крепко. Ну и вот. Концентратор находится в той комнате. Все контролирует оттуда. И такая ситуация, что как только в том углу температура падает до 16 градусов, включается отопление. И, соответственно, как там поднимается до 17 градусов, я решила не наглеть. Потому что если здесь 17, то здесь уже почти 30 будет. Это первое время с утра. Здесь 17, вполне комфортная температура. И будет все нормально. Этот еще пока не отсохну, пока засунем к нему в мисочку, в баночку. Вот так. И то же самое вечером, как только здесь будет 16 градусов, включаться оба радиатора на обогрев всей теплицы. Вот так. А я пока это все смотрю. Нет, пока еще рано. Кажется, вот тут кто-то созрел. Не знаю, кто. Вот слышите хруст? Вот с таким хрустом отрывается лист. То есть я не тянула, я просто слегка потянула и смотрим. Оп. Вот там он отрывается. Вот. То есть без усилий, без ничего. Последний только рывок, где он был чуть-чуть еще свежий, с трудом. А так лист отрываться должен вот именно так. Слегка потянули, он отвалился, остался у вас в листах, в руках. Вот потихонечку теплица готовится к зиме. Несколько раз здесь температура падала до 12 градусов. Это было вот в теплом углу, то есть здесь, соответственно, было около 10. И думаю, они уже все заложили, вернее, им дали сигнал рождаться стрелки. Тут вот так. Здесь был мучнистый червец. Я его периодически вот этим вот спреем аэрозоль от всех опрыскиваю. Сейчас. Трудно одной рукой открывать флакон, который закрыла зачем-то. Ты используешь его каждый день. Секунду. И вот таким образом я на расстоянии опрыскиваю. Этого достаточно. На таком расстоянии концентрация препарата недостаточно высокая, чтобы повредить листу, но вполне достаточно, чтобы повредить колонии клеща, который может здесь еще находиться. Вот так. От того, что это взвесь, дышать этим не будем. Она обволакивает лист со всех сторон. И вот так зимой боремся с клещом. Удачного всем дня. Пока.